Включаем третий микрофон. Добрый вечер, и, пожалуй, хватит о добром. Мы, конечно, все гипероптимисты и научились сожительствовать с любой властью, даже с такой, которая в особо грубой и циничной форме, и часто не спросясь нашего на то согласия, сожительствует с нами. Но, согласитесь, сложно расслабиться и получить от этого сомнительное удовольствие в условиях, когда окружающая обстановка, мягко говоря, не располагает. Как говорил герой знаменитого оскароносного фильма, стабильности нет. У нас теперь и глава высшей судебной палаты временный, и глава Конституционного суда временный, и глава государства тоже временный. И такое может быть исключительно в стране, которую сама власть считает временной. Надо действовать еще жестче и пресекать все их меры по нарушению высшего закона страны. Хватит, натерпелись уже целых 2 года. Надо бороться до победного конца. Амбиции Лупу – это миф, который поддерживается на плаву до наступления часа Х, ну или до окончания бизнес-проекта господина Плохотнюка под названием «Большой поход во власть» или «Как я поимел целую страну». Да все уже ждут досрочных выборов, а эта шайка достала уже и тех, кто за них голосовал. Но если ГИМПу пытается продвинуть органический закон, имеющий силу изменить Конституцию, значит ПКРМ должна воспользоваться аналогичными методами для привлечения ГИМПу к ответственности. Это самый настоящий спектакль в сумасшедшем доме с участием самих сумасшедших. К названию «Альянс за европейскую интеграцию» нужно будет представить что-то вроде АЕЕ-3 – «Проклятие молдавского парламента», если делать из «Альянса» трилогию, так по полной программе. Сквозная тема. Как бы жестоко ни поплатился за свою откровенность и верность Конституции уже теперь бывший руководитель Конституционного суда Дмитру Пулбери, его декларации сделали свое дело. Ведь еще вчера власть сделала вид, что избрание президента – вопрос, конечно, важный, но не самый актуальный. И тут вдруг такой кипиш начался, такой аврал. Чего это вдруг все так оживились? Что стряслось? Напомню, парламентские выборы прошли 28 ноября. Президента нет в стране уже 2 года. И до нынешней недели власть это особо не заботила. Нет, ну и нет. Подумаешь, президента нет. Альянс же есть. Хотя в этом и заключается самый большой нонсенс нашего нынешнего правящего альянса. Альянсы, коалиции затеваются как раз для того, чтобы сформировать все органы власти. Иначе альянс теряет смысл. Что первая, что вторая версия правящей на протяжении вот уже 2 лет в Молдове коалиции своей главной задачи, задачи полного укомплектования органов власти, так и не выполнила. И уже только поэтому лишена морального, равно как юридического права считаться полноценной властью. И это даже без учета того, что сама алгоритмическая структура АИИ, когда принцип партийной принадлежности превалирует над профессионализмом, а любой чиновник подчиняется не своему непосредственному, а только партийному начальнику, а также многочисленные бесконечные дрязги и конфликты внутри альянса делают страну неуправляемой, порождая только хаос и бардак. И вот до совсем недавнего времени они себя прекрасно во всем вот в этом ощущали. И даже пытались выдать данную аномалию за демократическую норму. И тут вдруг все засуетились, забегали, запрыкали, захлопотали. Отчего же? Насколько они искренни в этой своей нервной активности? У многих, и у экспертов, и у политиков, да и у обывателей сложилось стойкое ощущение, что партии Альянса уже все для себя решили, что они полным ходом идут к досрочным выборам. И единственное, что их сегодня заботит, как бы посподручнее обвинить в этом, то есть в провоцировании досрочных выборов, партию коммунистов. И несмотря на то, что подобные выводы кажутся очевидными, даже по численности заявлений представителей партии Альянса, в которых словосочетание «досрочные выборы» тесно соседствует названием ПКРМ, чтобы забить эту связку в подкорку избирателей, они, эти очевидные аналитические выкладки, сегодня, пока во всяком случае, представляются и преждевременными, и слишком поверхностными. На самом деле все гораздо хуже.
До сих пор и в обществе, и на экспертном уровне рассматриваются только два варианта. Первый. Каким-то образом избирается президент, второй президент не избирается и организовываются досрочные выборы. Дальше этого отечественная политологическая мысль, как правило, не идет. Однако, как показали самые последние события, на самом деле просматриваются не два, а три варианта развития событий. К первым двум особых вопросов нет. Находим компромисс, избираем президента. Не находим, не избираем и проводим очередные, внеочередные парламентские выборы. Но существует и третий вариант, к которому, судя по всему, склоняется действующая власть. А именно, сохранить статус-кво, нынешнее положение вещей, еще на 3 года. Не об этом ли постоянно говорил Михай Гимпу, образца первого альянса за евро, когда его, как главного чревовещателя, просили оценить перспективы новой власти. Но тогда не вышло, опыта не хватило. За прошедшие месяцы они сильно развили свои узурпаторские наклонности и окончательно освободились от химеры совести, замешанной на законопослушании. Пример публично казненного Дмитру Пулбери в этом смысле ярок и показателен. Так что вполне вероятно и даже очевидно, что во втором своем пришествии нынешняя власть, поднаторев во всякого рода беззаконных действиях, все-таки решилась приступить к реализации плана «Б», который у всех был на уме и только у Гимпу на языке. Но все-таки досрочные выборы, когда они должны, когда удобное время для того, чтобы они прошли, когда должны они быть? Никогда. Но давайте посмотрим на ситуацию в целом. Все вдруг заговорили о необходимости поиска компромисса, чтобы избрать президента, забросав партию коммунистов всяческого рода приглашениями. Они, эти приглашения, правда, несколько странно звучат для людей, которые действительно хотят о чем-то говорить и о чем-то договариваться. Мы парламентское большинство, и мы диктуем. Мы можем принять, либо отказать в каких-то действиях. Но президент не может быть другим, кроме как тот, который представляет парламентское большинство. Так во всем мире. Чуть забегая вперед, отмечу, что сама на грани оскорбительного фола форма приглашения ПКРМ к диалогу указывает на имитационный и крайне неискренний характер этих приглашений со стороны власти. Они собираются искать виноватых в собственной неспособности решать организационные вопросы управления государством, а вовсе не компромисс. Хотели бы, давно бы искали, хотели бы, давно б нашли. Безо всякого, вполне, кстати, оправданного злорадства, хочу напомнить, что чуть ли не с первого дня после выборов ПКРМ, которая после всех фальсификаций, манипуляций с голосами избирателей, тем не менее заняла лидирующее положение в новом парламенте, как раз и пыталась найти или предложить разумный компромиссный выход из политического кризиса, в который вовсе не она загнала страну. Две попытки сформировать левоцентристскую коалицию с Демократической партией. Каково? Долгие, сложные переговоры. И это после всего, что между нами было. И чем все закончилось? Напомню, формированием Альянса за евроинтеграцию номер 2. И пусть на совести лидеров Демпартии то, как они, кичившиеся особым расположением Кремля, грубо и беспардонно кинули руководство России, фактически выступившее в качестве посредника на переговорах. Тут важно другое. Инициатива о компромиссе исходила от партии коммунистов. Но Демпартия от этого компромисса отказалась, предпочтя стабильности, перманентный политический кризис и хаос, дискредитировавшего себя за первый год еще правления праволиберального альянса. И вот мы видим, что из этого вышло. Идем дальше. Уже находясь в глухой оппозиции, в состоянии, когда любые ее инициативы, любые проекты грубо игнорировались и блокировались властью, ПКРМ вновь выступает с предложением о необходимости диалога с целью достижения компромисса в вопросе об избрании президента. Предлагается совместными усилиями найти и поддержать авторитетную, объединяющую, консолидирующую общество кандидатуру. Кандидатуру, само внепартийное происхождение которой позволит ей встать над схваткой, стать арбитром, третейским судьей, обеспечив тем самым устойчивость и молдавской демократии, и молдавской политической системы.
Плохое предложение, отнюдь, кажется, очень хорошее. Для страны, для государства, для общества вообще оптимальное, позволяющее избежать новых политических кризисов и потрясений, в том числе, кстати, и досрочных выборов. Было оно услышано? Было оно принято? Ну, разумеется, нет, поскольку все, что хорошо для страны и общества, не хорошо для власти. А вернее, не для власти, властью это, язык не поворачивается назвать, для партий, которые вошли в правящий альянс. До стабильности ли? До нормального ли развития государства, когда сам факт избрания компромиссного внепартийного президента нарушает, вдумайтесь, святая святых, соглашение о формировании АЕИ-2, где все расписано, кому быть президентом, кому премьером, кому первым вице-спикером и так далее, вплоть до уборщиц. Ведь если Лупу не станет президентом, то и Гимпу не быть спикером. Да и вообще вся эта конструкция, построенная на принципах дележа должностей и ценностях, которые сопутствуют этим должностям. Так о каких к чертям собачьим компромиссах может идти речь? И само собой, никто всерьез его и не собирался этот компромисс искать, как не собирается, похоже, искать и сегодня. В ответ на свои предложения спасти ситуацию, ПКРМ в течение всего последнего года слышала исключительно самоуверенные заявления из репертуара дешевого заезжего цирка Шапито с потасканными и не смешными клоунами и вороватыми фокусниками. Подождем, когда у господина Гимпу спадет температура, и не только она. И по возвращении из Бухареста созовем альянс и побеседуем без эмоций и тузов в рукавах, поскольку мы уже знаем цену этим тузам. Это был не иллюзион, а шулерство. По-шулерски и действовали. Вместо того, чтобы, озаботившись проблемой избрания президента, действительно пытаться искать компромисс, вести диалог, то и дело заявляли, что купят недостающие голоса во фракции ПКРМ. Нормальное вообще заявление для представителей власти, как бы опирающиеся на закон, который за такие вещи вообще-то предусматривает уголовное преследование и наказание. Но потом, когда они от слов перешли к делу, стало ясно, что потенциальные обвинения в попытках коррупции – детский лепет, цветочки. Поскольку, грозясь кого-то там купить, они потенциально подпадали под одну-две статьи Уголовного кодекса. А то, что они принялись вытворять – не оставляла камня на камне от самой Конституции. Здесь должна быть маленькая ремарка. Отказ от торгашеской, купли-продайной тактики случился в стане демократов и либералов после того, как они окончательно поняли, что купить им надо не два голоса, а еще как минимум к тому 32. Поскольку, невзирая на участие в сговоре под названием «Альянс за евроинтеграцию» и получение на основании этого сговора должности премьер-министра, Филат явно не собирался избирать Лупу президентом. Ни в первый раз, ни во второй. И вот на то, что взять да купить более трети парламента, никаких кукольных и кукловодных денюшек не хватит. И начался долгий, нудный, как выяснилось позже, совершенно бестолковый и бессмысленный процесс уклонения от избрания президента. Напомню, еще первый альянс в марте 2010-го фактически объявил себя хунтой, решив, не распуская парламента, принять новую конституцию имени Гимпу. Затем последовала авантюра с конституционным референдумом, когда эти красавцы пытались изменить только одну статью, касающуюся выборов главы государства, и это при том, что сама конституция не предполагает собственной корректировки через референдум, только в парламенте. Затем последовали обращения в Конституционный суд, и все это время в нарушение закона вопрос об избрании президента не находил своего места в повестке дня правящего альянса. Соответственно, никто и не думал, никто и не собирался в этот период тотального беззакония, прикрытого как фиговым листком дурацкими формальными правовыми поводами, вести диалог с оппозицией, искать компромисс в вопросе избрания президента и так далее. Все, о чем сегодня говорится. Все разумные сроки, обозначенные в рекомендациях Венецианской комиссии Совета Европы и решений Конституционного суда, давно вышли. Так чего засуетились-то сегодня? Дошло до того, что чуть ли не к партийной совести коммунистов принялись взывать. Да все просто.
Конституционный суд, к которому на самом деле было немало вопросов за последние два года, в кои-то веки поднялся на высоту ответственности своего ключевого положения и принял решение, действительно соответствующее букве и духу основного закона государства. Согласно положению пункта 5 статьи 78 Конституции, глава государства обязан распустить парламент столько раз, сколько не избирается президент Республики Молдова в условиях, предусмотренных Конституцией. Пункт 2 положения статьи 78 полностью применяется в случае, если парламент распускается после досрочных выборов из-за того, что предыдущий парламент не избрал президента. 3. Парламент вправе развить в рамках закона о процессе избрания президента адекватный механизм повторных выборов главы государства, но лишь в условиях применения конституционных признаков. Учитывая принцип верховенства Конституции, парламент не имеет права через органический закон устанавливать никакое другое количество голосов для выборов президента, кроме тех, что предусмотрены в 78-й статье Конституции. Ну, казалось бы, что было неясно, даже незаконнику было очевидно, что менять статью Конституции простым органическим законом нельзя. И ни один конституционный суд в мире, даже очень хотящий подмахнуть власти, не вынес бы такого решения. Однако этот запрос, несмотря на всю свою бредовость, имел место быть и позволил Альянсу еще несколько месяцев старательно не замечать, что проблема избрания главы государства вообще существует в природе. Вот это расхожее мнение. Многие считают, что инициируя запрос в Конституционный суд, партии Альянса действительно пытались только потянуть время. Однако развитие событий продемонстрировало: либералы и демократы, отделим пока от этого партию Филата, которого лупу в президентском кресле совершенно очевидно не устраивает, действительно пытались склонить чашу весов в свою пользу. Они, судя по всему, и вправду добивались такого решения Конституционного суда, которое бы позволило им в обход очевидных норм основного закона избрать президента не 61, а 52 депутатскими голосами. Вернее, даже не так. Речь в данном случае идет не об избрании президента, а об избрании лично Мариана Лупу на президентский пост. Прими Конституционный суд такое решение, и Филату просто некуда было бы деться. То, как был молниеносно и жестоко наказан за совершенно невинное высказывание Думитру Пулбери, говорит только об одном. На бывшем председателе Конституционного суда выместили зло за сорванный план. Ну и, само собой, за впустую потраченные инвестиции. Ведь если верить тому же Пулбери, ему известно имя как минимум одного члена Конституционного суда, получившего деньги за нужное решение. Это в чистом виде политическая месть. Говоря юридическим языком, это формализм, доведенный до абсурда. Так нельзя поступать с государственным служащим такого высочайшего статуса. И потом, что он сделал? Он сказал правду. Да, какое-то формальное отклонение от существующих норм, которые регламентируют высказывание судьи, публичное высказывание, есть. Ну и что? Тот вред, который он якобы причинил, ничтожен по сравнению с вредом, который этот порядочный гражданин и госслужащий, с моей точки зрения, пытался предотвратить. Он не должен был себе этого позволять, он это, кстати, признал, но то, как интерпретировалось и каким нападкам он был подвергнут, как его коллеги фактически над ними, политики, просто издевались, это недопустимо в цивилизованном обществе, просто недопустимо. И финал, конечно, поднажали, и тогда вот эта идея, что, слава богу, у нас хотя бы одно звено, высшее какое-то звено в судебной системе, которое называется Конституционный суд, проявило как бы принципиальность и неподкупность, чтобы моментально разразился скандал, который сводит на нет вот это, даже это мимолетное положительное впечатление, что в Молдове могут цивилизованно решаться вопросы. Это напоминает мне случай из «Тысячи и одной ночи», когда Шахерезада говорит: «Тот, кто спрашивает то, что не положено, слышит в ответ то, что не хочет». Так парламентарий обращается
обратились в Конституционный суд, спросив, могут ли они проигнорировать статью 78, и получили соответствующий ответ. Как может Конституционный суд разрешить игнорировать статью Конституции? Это был ответ господина Пулбери. И что последовало? Последовала реакция, которая, на мой взгляд, создает очень опасный прецедент. Более того, мне кажется, что любое учреждение, которому прикасается Альянс за евроинтеграцию, деградирует, политизируется, там возникают все виды недопонимания. Создается впечатление, что последняя инстанция, на которую мы могли рассчитывать в вопросах защиты интересов Конституции, поставлена сегодня под большой вопрос. Вот у меня доверие председателя Конституционного суда нельзя выразить, потому что это административная должность, административная функция. Я расцениваю лично это не что иное, как сместить Пулбери, назначить какого-либо или избрать какого-либо председателя, который был бы своеобразным карманным председателем, отражал бы чьи-то какие-то интересы. Стоит ли зацикливаться на формальном поводе, по которому произошла отставка Думитру Пулбери с поста председателя Конституционного суда? Виктор Пушкаш, один из двух, наряду с Александром Тенаси, членов суда, проголосовавших против единственного возможного и единственного законного решения высшего органа конституционной юрисдикции, пояснил, мол, это произошло из-за политических высказываний Пулбери. Не хочется говорить о корпоративной этике, но ведь эта инициатива Виктора Пушкаша была лишена даже чувства самосохранения. Ведь если поставить себя в зависимость от власти, отказаться от чувства профессионального долга и достоинства, то завтра на месте Пулбери может оказаться любой член Конституционного суда, включая самого Пушкаша. Как будто кому-то не ясно, что был выполнен политический заказ. Даже по формальным признакам, разбойничья расправа над Думитру Пулбери произошла сразу же после соответствующего заявления Михая Гимпу. И все это до боли напоминало расправу над председателем Высшей судебной палаты и публичную казнь главы апелляционной палаты после местных выборов. Там тоже все произошло после заявления Гимпу. Схема-то одна, и придумана она была еще Иосифом Виссарионовичем Сталиным, сплошное извращение. Вначале коллеги, вчерашние друзья, товарищи, может, кумовья, финны, шельмуют провинившегося перед властью, а затем совершают над ним уже деморализованным акт формальной расправы. Как будто кого-то ввела в заблуждение мотивация, по которой Пулбери лишили должности. Если бы его заявления ограничились бы только 28 сентября, это являлось бы юридическим аспектом проблемы, так как это прописано в Конституции и могут быть различные мнения. Но первое заявление и уже все остальные аспекты являются политическими декларациями. Мною было предложено, чтобы он подал в отставку. Если он не сделает это добровольно, то будет снят самим Конституционным судом. Итак, Думитру Пулбери схарчили, примерно наказав, за якобы политические декларации. А как вам такая цитатка из сообщений информационных агентств? Цитирую, Виктор Пушкаш не исключает, что конституционный референдум 5 сентября может быть признан недействительным, а Центральная избирательная комиссия могла бы организовать в течение месяца повторный референдум. Конец цитаты. Это не политическая декларация, выходящая за рамки компетенции конституционного судьи. Или вот еще один фигурант, судья с особым мнением, по фамилии Тенаси Александру. Мы выбрали всего лишь две цитаты, относящиеся к периоду, когда Тенаси уже был судьей конституционного суда. Вы считаете, что в Республике Молдова контрабанда, уклонение от налогов могут происходить без участия Министерства внутренних дел, других участников, задачи и обязанности которых входит борьба с преступностью? Разумеется, нет. Любое лицо, совершающее подобного рода правонарушения на протяжении лет и которое не привлекается к уголовной ответственности, совершенно явно связано с системой силовых органов государства. Преследование меня и моей семьи виновен премьер-министр Влад Филат.
Ну вот скажите, обвинить премьер-министра страны в гонениях на себя, а МВД в продажности – это не политические декларации? Значит, если руководство логикой Пушкаша и Танаси в случае с Пулбери, их надо за это срочно наказать. Больше того, Пулбери поплатился должностью, напомнив и власти, и обществу о дате 28 сентября 2011 года. Это важно? 28 сентября 2011 года. Если обратиться к чуть более ранним высказываниям Александру Танаси, когда он еще не носил сутану конституционного судьи, становится совершенно непонятной та немотивированная жестокость, с которой, в том числе и им лично, был затравлен Пулбери. Любуйтесь, какие даты выговаривал Танаси всего-то в январе месяце нынешнего года. Саворби тот уж дочел термин резонабил. Говорилось о разумном сроке. Нас не должно это пугать. Вообще-то у нас есть ответ на вопрос, когда должны состояться выборы президента. Тогда, когда с политической точки зрения технически все будет готово. Мне, как гражданину, не хотелось бы, чтобы вы превысили сроки и выборы проходили после 28 сентября. Категорически нет. Мы не можем игнорировать закон. Что там Александр Константинович Танаси говорит о духе закона, который никак нельзя игнорировать? Что случилось? С законом вроде ничего такого не произошло. Значит, что-то произошло с самим Танаси. И за что пострадал в таком случае Дмитро Пулбери, который, по большому счету, сказал то же самое, что сказал чуть более полугода назад Александру Танаси. 28 сентября, как некая крайняя дата, когда должны были пройти президентские выборы. Этого требовал закон и буква, и дух, о которых так пафосно и красиво высказывался нынешний член Конституционного суда Танаси Александру. И из этого исходила партия коммунистов, когда предлагала свои компромиссные, консолидирующие общество варианты выхода из этого политического кризиса. Вписаться в оговоренные законодательством сроки, в том числе для того, чтобы не допустить досрочных выборов. И никто не хотел этого слышать. Да и сегодня, якобы призывая коммунистов к диалогу, представители власти делают все, чтобы этот диалог на самом деле не состоялся. Хотели бы разговаривать, повторюсь, не выдвигали бы требования, например, запретить ПКРМ и ее символику, как это сделал ГИМПУ. Хотели бы разговаривать, вести диалог, искать компромисс, не стали бы делать этого от имени всего альянса, прекрасно зная, что внутри этого альянса нет никакого единства, как раз по вопросу об избрании президента. Вплоть до того, что у них нет даже единой кандидатуры. Ну вот посмотрите, что заявляет Владимир Филат по поводу кандидатуры Мариана Лупу. Господин Лупу является кандидатом от Альянса за евроинтеграцию. Но может ли Альянс голосовать за единственного предложенного им кандидата? Разумеется, нет. 2 лет было достаточно, чтобы разобраться, что Альянс за евроинтеграцию не может самостоятельно избрать президента и что нам нужны голоса ПКРМ. В результате должно быть найдено решение, исходя из этой реальности, чтобы в дальнейшем у нас был не только кандидат на пост главы государства, но и решение о том, как за него проголосовать. И больше того, вот что говорит Владимир Филат, премьер-министр и лидер ЛДПМ, относительно священного текста соглашения о создании альянса, в котором описан поименный раздербан должностей. Оказывается, для Филата этот текст не такой уж и священный, не такой уж и канонический, и его легко можно превратить в апокриф, то есть пересмотреть. Это возможно. А в чем проблема? Мы и не претендуем на то, что это соглашение безупречно. Изо дня в день мы говорим об изменении Конституции, а в политическое соглашение внести изменения не можем. Это уже абсурд. Будем говорить серьезно. Если есть воля и заинтересованность в том, чтобы дела шли хорошо, изменить соглашение будет очень легко. А? Каково? Вы считаете, что эти люди, которые внутри альянса до сих пор не договорились по вопросу о президенте, действительно всерьез приглашают от имени всего альянса ПКРМ к диалогу? В качестве кого? Может, в качестве модераторов их внутренних разборок? Рефери? Ведь даже помпезно обозванное обращением к нации заявление Мариана Лупу, в котором тот вслед за Филатом, и значит довольно попугайски, как говорят дети повторюшка-хрюшка, сформулировал необходимость диалога с оппозицией, лидер парламентской фракции ЛДПМ Валерий Стрелец назвал
Справедливо, кстати, назвал лишенным новизны и довольно забавным. Это была цитата. Легко представить себе, как в партийном штабе Либерально-демократической партии наблюдали за этим телеобращением Мариана Лупу. Моделируем ситуацию. Забавное выступление, однако не думаю, что была необходимость в обращении к народу, чтобы назначить время и место проведения заседания парламентских партий. Стимачете цель, Йоревина идея, де аланса не кондиционат, диалогу între forțele politice parlamentare și discuțiile cu societatea și partenerii noștri de dezvoltare, pentru a găsi acele compromisuri care să asigure mersul înainte a Republicii Moldova. А сколько раз Лупу назвал Филата высокомерным политическим эгоистом или что-то вроде этого? Как вы думаете, это для того, чтобы отказаться от своего вечного кандидатства в его пользу? Не смешите, ради бога. Так вот, даже с учетом всего этого становится очевидным. Альянс, как субъект переговоров по вопросу избрания президента, неправомочен, поскольку внутри Альянса отсутствует по данному вопросу единая позиция. Они в течение 2 лет не могли найти общий язык. Они втроем, те, которые называют себя альянсом, очерняют и название «Европейская интеграция». Они должны достичь взаимопонимания. Что они хотят? Кого хотят избрать? Как избрать? Какая должна быть процедура и что делать дальше? Отсюда и отвергнутое предложение ПКРМ вести переговоры с партиями Альянса за евроинтеграцию по отдельности. Если хоть одна из них хочет преодоления политического кризиса в стране, вызванного в том числе и неспособностью договориться друг с другом, значит, не хотят они преодолевать политический кризис. Поскольку, по большому счету, если вдуматься, их сегодня вообще все устраивает. Вот это шаткая, вот такая гнилая конструкция с просроченной легитимностью всем дает работу, посты, полномочия, деньги. Больше того, именно отсутствие полноценной укомплектованной власти позволяет сваливать друг на друга многочисленные провалы этой власти. Только такая конструкция позволяет, например, премьер-министру якобы узнавать из прессы о сделке по продаже оружия. И никого это особо не удивляет. И министру экономики на голубом глазу заявлять о том, что переговоры по галопирующим ценам на газ не в его компетенции, а в чьей же? Но в такой ситуации можно и сказать такое. Именно эта мутная ситуация позволяет прокурору не обнаружить ничего общего в случаях рейдерских захватов, за которые в конечном счете вообще никто не ответил. И остаться при этом не виноватым, не понести никакого наказания за бездействие или за укрывательство. Проваливший работу министр внутренних дел и дальше может успешно проваливать работу. Внешний долг превысил, вдумайтесь, 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов. И всегда можно показать пальцем на ответственного работника. Вот за это и с другой партии. Короче, есть им за что биться. За сохранение статус-кво, когда власть есть, а вот ответственности нет. И вы хотите, чтобы они на полном серьезе искали компромисс по вопросу об избрании президента, отказаться от такой комфортной для себя ситуации? Они так и приглашают коммунистов к диалогу, чтобы вести его еще 3 года. Ведь посмотрите, с какой оголтелостью накинулись они на невинные, в общем-то, условия ПКРМ, без которых нет смысла затевать катавасию с переговорами по такому важному вопросу, как избрание президента. Первое. Об определении даты избрания главы государства в парламенте Республики Молдова. Второе. О немедленном формировании комиссии по избранию президента Республики Молдова. Третье. О немедленной отставке со своих постов генерального прокурора, директора службы информации и безопасности, министра обороны, министра внутренних дел, ставших фигурантами целого ряда коррупционных скандалов последних месяцев. Наша позиция открыта. Готовность парламентских партий поддержать эту повестку дня является лучшим доказательством заинтересованности в разрешении кризиса, нежели изнурительная имитация межпартийной дипломатии. Батюшки Светы, что началось? Эти 3 пункта, которых не желай ПКРМ действительно
искать компромисс, могло быть и 23-33, тут же назвали ультиматумом. А ведь все просто. Для того, чтобы вести диалог, вести его по-настоящему, а не имитировать бурную деятельность с целью скрыть истинные намерения, как раз и нужно назвать дату выборов президента и утвердить состав комиссии по выборам. А иначе, о чем вести дискуссии? О чем говорить сегодня, когда не назначена дата выборов и нет никакой уверенности в том, что они не пройдут через год, через два, через три? Это тот самый случай, когда все стороны должны подтвердить чистоту намерений. Действительное, а не демонстративное стремление вывести, выйти самим и вывести страну из политического тупика. Бумагу, сударь, бумагу. Когда есть дата, появляется и объективный повод для диалога. Дата. И наоборот, нет даты, нет повода для диалога. Так вот, это элементарная логика, на которой власть и сломалась, продемонстрировав свои подлинные планы. Лупу был вообще смешон. Вот только вчера он помпозно даже говорил о диалоге, о необходимости избрания президента, о выходе из кризиса, о том, что нужно подняться над собственными партийными интересами во имя интересов общества. А как только ПКРМ на первом же заседании парламента предложила проекты постановлений, позволяющие начать запустить процесс президентских выборов и диалога по кандидатуре, цепляясь за формальности регламента, не дал запустить этот процесс. Думня вастре, ситуата сочетать, а кум кредит? Вы и все общество, как думаете, какое заключение необходимо парламенту для того, чтобы наконец-то установить дату выборов главы государства? Все общество знает эту проблему. Есть конституция, есть два решения Конституционного суда. Сегодня с центральной трибуны председатели фракции, включительно господин Дьяков, заявили, давайте переходить от слов к делу. Не надо ничего дополнительного для того, чтобы назначить и инициировать эту процедуру. Поэтому прошу, чтобы все эти четыре инициативы партии коммунистов были поставлены на голосование. Я не могу это сделать. Вчера и вовсе начался цирк. Юридическая комиссия парламента пыталась воспрепятствовать тому, чтобы проекты о назначении даты выборов и утверждении выборной комиссии вообще попали в повестку дня парламента, пользуясь при этом совершенно не юридическими аргументами. Я предлагаю вернуться к этим проектам после того, как закончатся дискуссии и переговоры как раз по проблемам, которые касаются избрания главы государства. А потом, когда Лупу был вынужден поставить все-таки эти проекты на голосование, весь альянс дружно проголосовал против. И что, после этого еще стоит всерьез рассуждать на тему о том, что альянс пытается решить проблему с избранием главы государства. А коммунисты ему в этом мешают. Знаете, что они предлагают? Прекрасно зная, что все сроки, отведенные на выборы президента, уже прошли. Вначале договориться по кандидатуре, а потом уже, потом назначить дату выборов. Мы решительно намерены обсудить с максимальной ответственностью этот процесс. Не ставить лошадей впереди телеги. И извините, телегу впереди лошадей. Для начала необходимо определиться с кандидатом или общим мнением относительно возможных кандидатов. После этого назначить дату избрания президента и инициировать эту процедуру. Ну вот, давайте так. Они предлагают вначале договориться по кандидатуре президента и только затем уже назначить дату выборов. Встречный вопрос. А сколько времени отведено на это самое договориться? Не три ли ближайших года? Ведь если не хотеть договариваться, а они не хотят договариваться даже между собой, коль скоро Филат, фактически предложил пересмотреть соглашение о распределении должностей в альянсе, то и 3 лет может не хватить. Ну и потом, так вообще не бывает. Ну вот представьте себе, приближаются парламентские выборы. Нужно назначить их дату. По закону, так, срок уже подошел. А в ответ они говорят, нифига, давайте вначале договоримся между собой, кто на этих выборах победит, кто сколько процентов на них получит, и только потом мы назначим дату выборов.
Так вот, отказ назвать дату выборов президентских фактически означает отказ Альянса вообще их проводить. С простой и даже элементарной целью – сколь угодно долго сохранять нынешнее ненормальное положение вещей. Косвенные признаки того, что реализуется именно этот наиболее тупой, но наиболее устраивающий их сценарий, вот в чем. Лупу не считает кандидатом в президенты Филата, Филат не считает кандидатом в президенты Лупу. При этом они наперегонки приглашают ПКРМ на переговоры, но не от своего имени, а от имени Альянса. Типа давайте с вами договоримся. Хоть сами мы не можем договориться. И мы будем с вами договариваться, пока сами не будем ни о чем договариваться, потому что договориться мы ни о чем не можем. О как! Эти люди хотят преодоления кризиса, избрания президента? Да нет же, имеющий глаза да увидит. Они хотят, чтобы все так и оставалось. Еще 3 года. 3 долгих года. По большому счету, 3-й пункт условий ПКРМ об отставке силовиков, генпрокурора, министра внутренних дел, министра обороны и директора службы информации и безопасности, который многие назвали избыточным, невыполнимым, позволял развязать серьезные узлы внутри самого Альянса. Ну, всем известно, что партия Филата, к примеру, ненавидит генпрокурора Зубко, который работает на кукловода Демократической партии. Валерий Стрелец, глава парламентской фракции партии Филата, к примеру, взывал к совести Зубко, призывая его самостоятельно уйти в отставку. Ага, сейчас. И так далее, по кругу. Достаточно было посмотреть на то, как Филат и Лупу, знаете, как канат перетягивали, оспаривая друг у друга заслугу в задержании Иона Шалтаяну. Ну и плюс к тому, сегодня очевидно, если всерьез говорить о каком-то диалоге, ситуация должна быть прозрачной, чистой, не скандальной. Ничего не должно отвлекать от главного. А тут 4 фигуры и 4 скандала. Громких, нехороших скандала. Генпрокурор, напомню, это тема рейдерства. Удержание под стражей российского писателя Багирова, фабрикация дел на представителей оппозиции. Глава СИБа, та же история, участие в работе с Багировым, давление на оппозицию, прослушка телефонов политических оппонентов власти. Министр внутренних дел, это волна нераскрытых заказных убийств, общий разгул преступности. Министр обороны, 4 солдатских трупа за 2 года, плюс гиперскандальная сделка о продаже вооружений, а который даже премьер узнает из прессы. Ребята, это ваш крест. Это на вас ложится неподъемным грузом. Так вот, мы и предложили вам, сбросьте этот балласт. Самим же легче будет. Не хотят. Не хотят. Понимают, что этот груз тянет их самих на дно, но избавиться от него не могут. Боятся нарушить хрупкое, шаткое положение. А вы думаете, чего Филат, столько раз грозивший увольнениями министром своего собственного кабинета, правительства, так и не рискнул уволить хотя бы одного из них? Гляжу, и министр информационных технологий по-прежнему на работу ходит. И министр экономики в своем законном праве интервью раздает о своих грандиозных успехах и о том, что он не виноват в росте цен. То есть в успехах он виноват, а в росте цен кто-то другой. Ну, по всей очевидности, Филат. Боятся они, что один единственный, пусть даже самый некачественный кирпичик, вытащенный из стенки, неминуемо приведет к обрушению всего здания. А раз боятся, значит, ничего менять не хотят. И раз не хотят, значит, и президента избирать не собираются. Если угодно, это условие об отставке силовиков, озвученное партии коммунистов, было проверкой на вшивость и для Лупу, и для Филата. Лупу мог уволить не своего министра внутренних дел Ройбу, свалив всю вину за криминальный беспредел на него. Филат мог избавиться от
троих, не своих, а скорее даже чужих силовиков, которые и ему жить спокойно не дают. Генпрокурора Зубко, директора СИБа Михая, министра обороны Маринуци. И уже, глядишь, стало бы полегче всем дышать и с партнерами проще разговаривать. Ведь освобождение Багирова, например, которого прокуроры и сотрудники СИБа продолжают по команде Лупу, если верить самому Багирову, раскалывать на предмет соучастия или участия и организации в апрельских событиях представителей партии коммунистов, добиваются уже не только Россия, но и, к примеру, ОБСЕ. А это уже как-то сложно проигнорировать. И вообще можно было избежать идиотской ситуации, когда единственным подозреваемым в организации беспорядков, поджогах, вандализме 7 апреля оказался гражданин другой страны Багиров, которому уже предъявили, наконец, официальные обвинения. Можно было бы, да только не удалось. В результате в более идиотской ситуации Молдова, кажется, еще не оказывалась. Ну, это начало. Потому что крали голоса людей бесстыдно и без никаких принципов. И это наказуемо. Я не выводил своих людей. И вот с одной стороны критическая масса идиотизма разного калибра, а с другой очевидное желание продолжить свое относительно комфортное существование в этой критической массе идиотизма. Ведь в этих условиях всегда можно подсунуть гражданам страны, в которой закрываются школы, вот-вот начнут закрываться больницы, где рост цен на газ потянет за собой рост цен на все, где деньги заставляют платить даже за ржавые трубы термокома, за трубы, а не за тепло. Всегда можно подсунуть какой-нибудь отвлекающий скандальчик. И спрятавшись за ним, сказав, что все это из-за коммунистов, никак не определяется кандидатура президента, продолжать рулить, вылавливая в мутной жиже все новые и новые материальные блага. Говорить в этих условиях, которые устраивают все партии власти, о том, что кто-то из них провоцирует досрочные выборы, как бы и не очень логично. Их все сегодня устраивает, и все, чего они добиваются, как показывает вот вся логика развития этой ситуации, это дотянуть еще 3 года в переговорах, в имитациях без президента до конца этого парламентского срока. Так вот, говорить о досрочных выборах не очень логично и совершенно бессмысленно, тем более обвинять в том, что нелогично, да, в том, что кто-то пытается спровоцировать досрочные выборы. ПКРМ, которая 2 года пытается найти компромиссное решение по главе государства. Хотя, знаете, все возможно. В конце концов, не стоит забывать, что нынешняя власть не вполне свободна в собственных поступках, а кредит доверия этой власти на Западе, похоже, начинает помаленьку иссякать. Что и продемонстрировал саммит Восточного партнерства в Варшаве, который из запланированного триумфа курса европейских реформ молдавской власти обернулся ее, этой власти, полнейшим конфузом. Мало того, что в итоговом документе никаких четких перспектив отмены визового режима, не говоря уже об ассоциированном членстве, не упоминая о полноценном членстве ЕС, не обозначено ни 12-го, ни 13-го, ни 14-го года, как нам здесь пытаются втюхивать. Во-вторых, премьер Польши, председательствующий в ЕС, констатировал, что не Молдова, а Украина добилась наибольших успехов в процессе евроинтеграции. А британский вице-премьер и вовсе назвал сложившуюся сегодня в Молдове систему оскорбительно, но точно кумовской капитализм. Это серьезно, раз уж даже Украина с ее типа антиевропейской властью
как ее все называли, и скандалами больше преуспела, чем Молдова, руководимая Альянсом за евроинтеграцию. Подача заявки на вступление в Евросоюз случится тогда, когда все 27 стран, в особенности столпы Евросоюза, не будут иметь сомнений в отношении Республики Молдова. Французы, например, не сказали четко о возможности присоединения Молдовы к ЕС. Заявку мы можем подать и завтра, но у Евросоюза есть обычай класть ее в ящик и забывать. В целом же это выдает серьезное разочарование Запада правящим альянсом. Называется «Пришла беда, откуда не звали». Далее почти по тексту произведение Аркадия Гайдара, откуда предыдущая цитата. «Уж так старались, а не берут плохишей в свое буржуинство. Ограничились бочкой варенья и корзиной печенья в виде кредитов». Пресловутый антикоммунизм перестает оправдывать в глазах Европы бардак и хаос на фоне воровства и коррупции действующих. Ее власть. Так что Европа может, вопреки и желаниям этой власти, просто заставить ее пойти на досрочные выборы. Во всяком случае, они потихонечку готовятся. Говорят, собирают деньги, Филат рисует себе рейтинги. А Гимпу даже о пенсионерах вспомнил и их пенсиях. Осталось только попытаться на всякий случай повесить это на коммунистов. А впрочем, всем все ясно. Вон, смотрите, в муниципальном совете Кишинева дружный бойкот, саботаж заседаний. Это и есть провоцирование досрочных выборов. Пока только в Кишиневе. Так или иначе, но ни говорить, ни договариваться с коммунистами они не желают. Желали бы, уже назвали бы дату выборов. Могли бы, конечно, поторговаться. Ну, скажем, не 17 октября, а 17 декабря, к примеру. Но ведь что мы слышим в ответ? Гимпу говорит фактически о том, что выборов президента не будет никогда вообще, раз называет несуществующую дату. 31 февраля. Ну, типа после дождичка в четверг. При том, что 17 октября такая дата для него вообще в календаре отсутствует. Как назло, нет календаря у Гимпу. Правительство – это значит каждый министр. Не путайте кошку с мышкой. Мы цаку ушаришь. Пирог румос. Миша, про мышек не актуально. Остров невезения. Весь покрытый зеленью. Абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, подлые внутри. Налицо ужасные, подлые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Президент не ловится, не растет кокос. Хочу вам сказать, что каждый день я начинаю с того, что прошу Бога послать нам дождь. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Президент не ловится, не растет кокос. Когда так говорю про пункт коммунистический календарь? Потому что этой даты нет в календаре, понимаете? Как назло, на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю с ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой, неведомо, в никаком году. Я все-таки думаю, что мы должны пойти на компромисс с оппозицией и установить дату выборов главы государства на 31 февраля. Ну, 3 февраля. Поглядим, конечно, как будет развиваться ситуация. Пока что логику, выстроенную в этой программе, ничего не нарушает. Во всяком случае, действия нынешней власти. Но в четверг или в пятницу в парламент обещал явиться его высочество Влад II или Влад I.
или Влад III, я запутался в их внутренней нумерации. Короче, Владимир Филат обещал быть в парламенте. Ну вот и поглядим, изменит это что-то или нет.